Итак, проект Артхаус, серия началась. С нами Станислав Акукерочкин. Где ты такую бороду набрел? Ты что, приклеила? Да нет, она сама живая это. Борода у тебя как у горца. Ну зимой прибежала, говорит, не холодно. Слышь, подъезд преобразился. Давай греться вместе. Ну это в Москве было. Ну и вместе погрелись, вот теперь я и борода. У меня тоже, кстати, не такая неплохая. Ну, у тебя длиннее. Ты сколько копил ее? Год, месяца два? Да, я еще биться не буду. У меня 3 недели всего лишь. Ну, 3,5. Таких следующих ты в Москву уезжаешь. Так она там и прилепила. Я, может, поеду туда. Внимание, в данной серии демонстрируется... Правильно, наверное? Да, правильно. Демонстрируется, как оно называется? Алкоголь и табачные изделия. Он не курит, я курю. Ну, это сегодня я текую. Ты видишь, как я объясняю, без всяких приколов? Да, так это документальный делаешь? Фильм, если. Ну, так ты правильно делаешь. Документальный фильм. Да. Ну, вот, значит, вот мы долго не виделись, решили выпить. Да, не виделись 4 месяца. Я встретил его, он мне должен 500 тысяч долларов. В итоге я отдал 500 рублей. Ну, хоть так. Так, ну что, поехали, блин, я что, швепсом хотел что-то. А, так его налезь, тоже разлить, да? Швепс и шнапс, да. Я ж не знаю, как сейчас. Немножко с другого ракурса тебе с видео фотографии. Пиво там всякое, всякая гадость. Ну что, рассказывай, где, что, как оно? Да, потихонечку работаем. Вот из уже говноляпов всяких там сварщиков уже переквалифицировался. В слаботочечников, электриков, которые ставят видеокамеры, наблюдения, Wi-Fi. Ну, все, что с интернетом связано, и слаботочкой, вот, и уже этим занимаюсь. Главное, ерундой не занимайся. Да, ерундой нет. О, ты, кстати, уже по прошлым проекторам был замечен. Замечен по полной. Там комментарии читал, что я налил неправильно. Так, да нормально, нет, по первой пойдет. Давай, вторая будет усиленная. Так тут не поровну. Да ладно, что ты там, капля меньше, капля больше. Так нельзя. Опьянеть ты не успеешь, все равно. Так это просто, ну, как бы это, надо так сделать. Ты реально бородач пиздец конкретный. Слышь, вот сюда солнце. Кто там идет? Я не знаю. Все нормально, снимаем кино. Это проект Артхаус, все, мы прерываемся на несколько секунд. Ну, не будем же мы. А, вот наша закусочка. Грибная корзинка. Грибная корзинка от Хантера Томпсона. Сколько там? Со вкусом мескалина, мухоморов, этих, как они называются? Ну, трип обеспечен. Бледные поганки и вот эти этюды, грибы этюды. Это для бледного трипа. Короче. Трип на несколько часов обеспечить. Трип на несколько недель, ты чего, не путай. Там, если ты не тот сырок съешь, то на несколько недель будет. Так, ладно. Ну что, прерываем? Потому что не будем мы показывать, как это все пить. Зачем учить всех? Все и так знают, как это делать. Что-то... Подожди, как тебя по имени отчеству? Станислав Станиславович. Станислав Станиславович, что для вас продиджи означает? Продиджи это означает, это законодатель электронной музыки для Великобритании и всей Европы, а также для того, что все присутствует тут рядом, Восточной Европы. Что ты не то сказал? Российской Федерации. Я могу сказать, продиджи. Это мой вдохновитель, я его постоянно слушаю. Это лучшая музыка, которая заряжает и вдохновляет. Для меня Prodigy – это сила, это как вторая кровь, которая течет во мне. Prodigy? Да шучу я, конечно, Prodigy – самая лучшая группа, которая исполняла электропанки. Потом если бы не Prodigy, биг бита не было бы такового, как сейчас. Электронный панк, ну это само существование. Нет, электропанк этого стиля, это не то. Вот биг бит брейкс и рейв культура это Prodigy. Это они основатели. Вот. Что я могу сказать о Prodigy еще? То, что в принципе они меня заставили. Я вам пока могу показать. Снимай. Давай сейчас, я потом.
музыку нарежу. Вот, давай. Ничто мне. Меня в жизни. Давай. Ничего не заставляло делать вот такие абсолютно обычные движения. Оп. Красава. Я так тоже теперь смогу, смотри. Это лучше. Ну. Так, ну ты, короче, это. Чувава! Блять, GoPro не хватает, а телефон неудобный. Ну, артхаус только на телефон практически снимаю. Есть одна серия, там, где я на GoPro снимаю. GoPro пятую. А сможешь трек продолжить? Я начинаю. Animal Firestarter. Не, подожди, давай что-нибудь. Да не, давай что-нибудь свое. So go, I'm insane. Ну, дальше. Ты читаешь текст, давай. Сейчас, хорошо. Давай, начинай. Да подожди, мне должен собраться. Подумать, что мне петь. Начинай рэп читать, давай. Нет, все, я не готов. Да все, готов, давай. Самое тяжело. Давай. 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 Я рэп не читаю за так. Потому что я считаю, что я просто. Я не умею его читать. Никто меня не учил. Вот встать мне здесь и читать рэп, это очень тяжело. Уже на сколько лет надо жить, чтобы его прочитать? Потому что я должен все знать. Я должен все знать о музыкальных этих всех лидерах, или как их назвать. Или как их назвать? Нормально? Ты что, Фредди Стайл? А ну, на, сними меня немного. Вот. Только вот в таком же формате. Фредди, ну, это кто? Наливай быстрее, подожди, иначе наливай нам быстрее, пиздец. Наливай быстрее, иначе нам пиздец. Убегаем быстрее. Без калина нету. Давай, под есть трек только буду, водка давай, и коньяк. Под трек наливать. И только обычная тема бывает иногда. Короче, берется коньяк. Короче, наливается коньяк в стакан. Обычный, как это делается, и всего лишь навсего берут со стакана еще, берут со стакана еще, наливается в него швепс, раз, ну это... Скрытный артефакт. Сука, не всего... может он шуршать, блядь, тварь, блядь. Это сырок. Селфи, парень, давай. В следующий раз увидимся через несколько тысяч лет. У меня такое же ебало. Я обладатель лучшего снимка. Давай еще разок. BBC. Давай еще разок. Я тебя снимаю, а ты меня снимаешь. Поехали. Ты, ну, немножко. Ну, никто не увидел, какое лицо да. Сделал. Но я сделал вот такое лицо. Все. Так, ну надо завязывать с артхаусом.
Ты что, кнопочки снимаешь там? Ты что, бежишь херню страдать? Артхаус ходячий. Слышь, да выключи этот телефон. Ты не имеешь права снимать, я только могу. Старый МС вышел на охоту. Макаревич вообще четкий, Макаревич, да? Точно. Да, на, держи. Ну что я тебя... Макаревич, блядь. Макаревич ушел. Это... Он пошел макароны, короче, вылавливать. Не, умалывай. Он пошел макароны вылавливать, короче, в огороде, блядь. Он закопал в трехлитровой банке, короче, макаронов. А сколько он закопал? Я откуда знаю, надо его догнать и спросить. Нельзя, опасен. У него этот, как это, пресс-папье в кармане, короче. Он застрелит тебя с одного выстрела в лоб, как в фильме «Джентльмены». Не рискуй. Так, ну все. Мы эту серию... Я люблю вообще вот такие видосы. Мы эту серию... Ты что? А ты думаешь, ты ее не будешь гладить? Ты что думаешь, блин? Мы завершаем эту серию проекта «Артхаус» со Станиславом Говорухиным. Слушай, ну расскажи анекдот хоть наконец. Под конец. Под конец истории. Расскажи анекдот хоть. Не бойся. А вы откуда знаете, что это ваша кошка? Не бойся. Ну откуда вы... А, у вас там этот... Сиди. Сиди, диви. Вы откуда знаете, что это ваша кошка, блядь? Видите, боится кошка. Они не лезут. Она убежала, короче. Так это не ваш. Точно ваш? Да откуда? Все, не трогай, дядька. Ну, ну серьезно, откуда вы знаете? Он тебя сейчас достанет револьвер и как Клинт Иствуд тут пристрелит тебя, не они. Ну, ты меня не пристрелят. Во. Зайти не могу. Что такое? Я не знаю, что такое. Там пин-код 4-0, наверное, надо ввести. Ну вот. Может, этот магнитик отвалился? Конечно, отвалился. Кошка, магнит, украла. Вы же, блин, вот, падла. Кстати, вы когда друзьями дружите, вы же думаете... Не работает. Ну, чему вы учили нахуй? Ну, конечно. Ты что, ребят, волосы сейчас не откроешь. А, потому что все. Так, ну все. Братан. Я погнал, короче. Я погнал, за мной сейчас заедет перевозчик. Так что это, не обессудь. Иди сюда, ты замечен в съемках фильма. Ты по-любому в проект попал. А у тебя сколько скорости, привет? 40 км. Здорово. Может, но это не мой. Только Тито. Слушай, не давай ему прокатиться, он пьяный, он сейчас тебе его сломает. Ты умеешь хоть? Конечно. Слышь, только попробуй что-то сломать. Тебе, короче, кирдык будет. Это я одолжил. С левой стороны, да? А где ты взял его? Да, у друга задолжил. У друга? Да. Подожди, стоп, а. Так, а ты что, к нам? Где я заблокировал? Надо разогнаться. Нет, давай просто зад-вперед попробуем. Зад-вперед попробуем. Как вперед? Разгоняешься, едешь. 40 километров будем. Ну, а, да? Да, 40 километров. Да не, мой 20 год. Да? Конечно. Я сегодня гнал нормально. 40? Да, я вот звонил, сколько я. За сколько я приехал? За минуту, наверное. Ты слышал? 40. 40, да. А есть, которые по 80. Я на 80 ездил. Есть такой, который... Да, там есть. Не, ну хватит уже, короче, надо серию закончить, вы надоели, а? Так, Титул. Согласился мне, прям дал. Вдруг я укатил бы и пиздец. Не будь бородатой брунгин, блядь. Да не буду, нет. Давай, разговаривай. Викеша нормальный пацан, ну, Викеша нормальный пацан, поэтому... Все, давай, говори концовку, что ты желаешь подписчикам, зрителям. Подписчикам я желаю всем здоровья, раз. Ну. Любить своих родителей. 2. Уважать своих детей. 3. Не воспитывать, а уважать.
А воспитывать не надо, да? Конечно, нет. Уже детей. Пусть херню, да, занимается. Сука, вот это. Ребятки. Не, это мало, еще раз давай что-нибудь. Еще что-нибудь? Да. Тра-ля-ля. Когда ты бороду сбреешь эту? Та-та-та-ля. Так, стишок. Когда я пошел и наткнулся на гвоздь, то я не плакал и пришел к его матери. Мама сказала, иди отсюда, потому что у меня куча дел. Я взял этот гвоздь, бил его в стену, папа сказал, куда ты его бил, потому что надо его отсюда вытаскивать. Все, я заканчиваю. Это пиздец. Все, до свидания, дорогие видеозрители. Это, блядь, все. Больше его не появится в проекте, я вам гарантирую. Как ты, блядь? А можно еще пепельницу? Штук 8. А то он курит и обои тушит. Тетя сука, иди сюда. Пожалуйста. Тетя сука.